студии представители научно-производственной компании APL. Екатерина и Кирилл Колгановы. Доброго вам утра. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что за такие три неизвестные нам доселе буквы APL? Да, что это за компания? Что за аббревиатура, Екатерина? Да, как переводчик, да, могу сказать, что расшифровывается это как Agile Product Line. Это линейка долголетия. Ой. Это да, что, мы сейчас предлагаете? В ближайшие несколько минут будем говорить о том, что продлит нам жизнь и молодость. Обязательно. Ой. А еще, между прочим, наши зрители, которые будут нас очень внимательно слушать, могут выиграть вот такой вот набор долголетия. Долголетия и красоты. Я напомню, прежде телефон прямого эфира 2-925-985, код городов и 347. Будьте готовы слышать от наших гостей вопрос. Первым дозвониться и правильно ответить. Мы вопрос сейчас зададим. Да, думаю, чуть-чуть. Мы чуть-чуть поговорим, потому что от вас есть одна подсказочка, да? Да. Все, мы готовы. Итак, компания APL. Продукция, которую вы предлагаете, представляете, принесли и сегодня в нашу студию, направлена на увеличение возраста, то есть средней продолжительности жизни, на сохранение красоты и молодости. На улучшение качества жизни, я бы так сказал, потому что это более емкое выражение. И что прям вот все такое волшебное. На самом деле, да. Но сначала бы мы хотели сказать, что APL, несмотря на аббревиатуру, которую Катерина расшифровала, это наша российская, 100% российская компания. То есть вот эти вот три иностранных, мало кому понятно, слово, это на самом деле не говорит о том, что вот эта продукция, она привезена откуда-то. Она наша, родное дело. Где производится? Интересно. Собственные производственные мощности находятся в Молдове, в Кишиневе. Угу. Вот. Для чего это сделано? На территории Европы вывезено наше производство, чтобы со всем миром проще работать. У нас сегодня санкции, вся история вот эта, и с России вывозить очень все тяжело. Но сама компания российская, все сертифицировано, и более того, продукция, о которой мы сегодня будем говорить, она не просто сертифицирована по мировым стандартам, она прошла доклинические исследования в нашем собственном институте, уфимском, медицинском. И Академия да, наук. В Российской Академии Наук, и тому, скажем так, виновники, наши партнеры, это семья Динеевых, Елена и Булат, вот они, которые проявили инициативу, сделали. Да, и отдали нашу продукцию. В течение года проводились там исследования. Есть подписи и Катаева, и Спирихина, которые заявили о том, что не имеет токсичности, не имеет передозировки. Можно и грудничкам, и старичкам. И что этот продукт имеет обязательную пользу для организма. Вот прям какая-то уникальная продукция. Давайте вот вопрос зрителям зададим, чтобы они вот этот набор полезной продукции смогли у нас выиграть, забрать. Вопрос заключается. Где находится наше собственное производство? Мы ждем звонок в студию и да, тому, кто первый. Мы даже говорили, где находится собственное производство компании APL. Ну, можно загуглить, если вдруг вы не слышали. 2-925-985, код городов и 347. Итак, в чем конкретная польза конкретного, может быть, даже продукта? Сначала поговорим о отличии. Это не БАД, это не таблетка и даже не витамин. Это аккумулит эссе, это новый технология, которую наши ученые в течение 25 лет разрабатывали. Слово какое заморское. Аккумуляция силы. Да? И APL, и Аккумулит Эссей сделано, почему не на русском, чтобы всем англоязычным разным странам было понятно. Следует добавить, что компания у нас международная. Более 57 стран мира уже кушают нашу продукцию, пользуются ей. Да. И, естественно, есть сертификация во всех этих странах мира. И вот в чем же уникальность, собственно, ученые в течение 25 лет изучали травы, сборы. Нам, нашим бабушкам, прадедушкам известно издревле, что тот или иной сбор трав работает хорошо на какой-то определенный орган нашего организма. Мы вообще тем более любим вот все эти травничества. Если вы занимались когда-нибудь траволечением или пили вкуснейшие чаи там травяные, это долгая история. А мы сегодня живем в 21 веке, и все хотят, вы не положите результат сразу. Моментального излечения, моментальной молодости, сразу. Красоты. Да, и некогда заваривать, там, вымерять. Здесь все уже сделано компанией.
ученые придумали вот эту технологию и взяли из сбор трав на молекулярном уровне все самое полезное, все самое неполезное в сторону и объединили это все в леденцы, вот такие, которые находятся внутри нашей волшебной коробочки. И все. И мы, по сути, даже не глотая, рассасываем сублингвально под язычком наш леденец, достигаем максимального эффекта. Это то ли мы выпили несколько кружек там полезного сбора, да, литров даже. Потому что через желудочно-кишечный тракт у нас усваивается только 30%, и, соответственно, чтобы получить эффект, например, чтобы перестала болеть голова, да, сбор какой-то, нам очень много нужно выпить, чтобы пользу получил организм максимальную. У нас уже давным-давно есть звоночек. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Алло, доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Алия. Алия, вы звоните нам. Я звоню из Давлеканово. Отлично. Да, где находится собственное производство компании APL? Вы слышали, может быть, загуглили и, наверное, знаете. Я слышала, да, в Кишиневе, в Молдове. Отлично. Отлично. Вот теперь вы будете еще более здоровым человеком с вот таким вот классным набором. Есть какие-то конкретные показания, кому это важно, полезно, нужно? Конкретных показаний. Мы не врачи, мы не занимаемся лечением, мы занимаемся здоровьем. Это две кардинальные разные вещи. Вот, например, чтобы принимать витамины, специалисты говорят, что нужно сначала сдать определенные анализы, только после пить витамины. Для этого нужно... Это Катерина, подобное. Как нутрициолог с мировым сегодня уже именем, я думаю, лучше ответит на этот вопрос. Да, спасибо большое. Чтобы принимать витамины, обязательно нужно сдавать анализы, и нужно это делать под наблюдением врачей, чтобы не навредить. Да. Но это питание, это клеточное чистое питание, то, чего нету на наших столах сейчас, потому что земли истощены, и то, что мы покупаем в магазинах, сомнительного качества. Здесь есть лабораторные исследования, огромные лабораторные базы, и, конечно же, поставка сырья идет тоже от проверенных источников, от израильской Bari Herbs. И, соответственно, мы уверены в качестве продукта, мы уверены в том, что находится внутри. Более того, вот все о том, что сказала Катерина, это не только документально подтверждено, да, исследование, это уже подтверждено миллионами отзывов людей, тот же самый там интернет сегодня не скроет иголку в сено. Пожалуйста, загуглите, да. Это YouTube не требует доказательств. Это уже... авторитетные люди, тот же самый Сергей Агапкин, который все знают наверняка, да, также исследовал наш продукт и сказал о нем все только самое хорошее. И сейчас очень много генетиков, химиков, биологов, хирургов, врачей, кто пользуется данной продукцией, на своих примерах они действительно видят, какие результаты получают и пациенты, и люди. И они говорят, что этот продукт опережает время на 50 лет. Вот поэтому, Алия, вот вам сегодня безумно повезло. Как и всем нашим зрителям, которые сегодня узнали про вот такую вот отличную компанию APL. Продукцию Менделеева 229/1. Все это можно приобрести именно там. Я думаю, что мы с вами еще увидимся в нашей студии. Вы расскажете конкретно о каждом из этих продуктов. И в программе «Полезные новости» на Башкирском спутниковом телевидении все эти продукты, они непосредственно уже используются на практике. Эксперимент некий будет. Эксперимент в эфире Башкирского спутникового телевидения. Спасибо вам огромное. Представители компании APL Екатерина и Кирилл Колгановы были сегодня вместе с нами. Мы же продолжаем. Чем новое поколение iPhone?